Мы покупаем ее всерьез и надолго. Она будет согревать не только тело. Истинное назначение шубы – подчеркивать женственность и статус обладательницы. На это способно фирменное изделие. И желательно, чтобы в городе оно было в единичном экземпляре. Сегодня в программе «Своими глазами» попробуем найти модель, удовлетворяющую высоким требованиям. Норка, рысь, свакара, шиншилла, енот, лиса, фишер. Меховое изобилие. Благодаря ему выбрать заветное изделие – лишь дело техники. Удостовериться в том, что у меха аукционный, прямые поставки из Греции – это раз. У изделия есть паспорт, подтверждающий подлинность – это два. И три – актуальность. Комбинированные материалы поперечные и диагонально расположенные полосы меха. И, пожалуй, основная тенденция – объем. Овальный силуэт кокон дает право на выигрыш самым разным фигурам. Такие модели пришли в нашу жизнь с подиумов и, по мнению многих дизайнеров, задержатся в ней еще на несколько сезонов. Так же, как и стилистика 60-х в деталях, которые позволяют создать милый сердцу образ. Манжеты, отложные воротники, пояса, кожаные лаковые, делающие образ четким и собранным, или текстильные. Дизайнеры поддерживают мотивы, использованные на поясе и в подкладе. Это произведение искусства. Небрежно брошенная шубка, словно невзначай вывернутая подкладом, укажет на тонкий вкус и любовь к неслучайным мелочам. Из которых, как известно, и складывается образ. Изящные пуговицы, выполняющие функцию запонок, выглядят дорого и позволяют поиграть с изделием, а после и мужскими сердцами. А делать это лучше, прогуливаясь по центральным проспектам. Шубе, которая заставляет пульс биться еще сильнее. Никакой мех не звучит при дневном свете лучше, чем свакара. Свакара – так принято называть африканскую каракульчу. Это один из самых дорогих видов меха. Он ценится за роскошный внешний вид. Каждая шкурка уникальна. Ее узоры неповторимы, как линии на ладонях. На ощупь словно бархат, без тугих завитков, с минимальным рельефом. Чем глаже рисунок и тоньше полотно свакары, тем выше его сортность. Черная, коричневая, платиновая, серо-голубая. Палитра цветов и оттенков свакары многолика и может удовлетворить самый взыскательный вкус. У изделий из настоящей свакары низ открыт, и на каждой шкурке печать. Достойное происхождение подтверждает и паспорт, который должен быть у каждой шубки. Милитари не уходит с подиумов. Он столь же дерзок и привлекателен. Дизайнеры предлагают носить в этом стиле как легкие дубленки, так и шубы. Норка плюс лаковая кожа – сочетание для самых смелых. Спонсор программы – салон меха «Золотой лев». Для людей, разбирающихся в мехе, для тех, кто ищет истинное качество, красоту и тепло. Модели отбираются на показах меховой моды в Европе и являются эксклюзивными. Изделия отшиваются из аукционного меха Северной Америки на лучших фабриках Греции. Размерный ряд от 40 до 60. Цены остались на прежнем уровне. Салон меха «Золотой лев», Ленина, 118. Берите от жизни только лучшее. С вами была Юлия Аржанова. Увидимся совсем скоро на 7-м канале.